Привет всем! Сегодня, надеюсь, у всех хороший день, или хорошее утро, или очень добрый вечер. Сегодня мы поработаем с такими спиралями, поворотами, спиралями, скручиванием, скорее больше поворотами, которые могут позволить нам опустить себя к полу за счет такого спирального движения или поднять себя наверх, поднять себя на ноги или оставаться на корточках. Для этого мы примем такое очень интересное, нужное нам упражнение. Одну ногу мы согнем ближе к себе. Вот. Сядьте, упритесь, почувствуйте грудную клетку. А второй ногой мы обнимем эту ногу. И сделаем так, чтобы стопа первой согнувшейся ноги, она была рядом с коленом второй, которая лежит на полу. Вот. Рука нас поддерживает, но нас немного будет заваливать в эту сторону, но мы используем помощь этой руки. Поддерживает она нас, и мы чувствуем свое колено. И это очень приятное чувство, не знаю, как будто вы обнимаете ребеночка. Очень приятное чувство. Или опираемся на собственное коленко. И теперь давайте поработаем с разными всякими нюансами, секретами. Сначала, вот мы это почувствовали, пораскачивайте себя, толкивая собственные руки вперед, назад. И мы увидим, что есть такой принцип. Наше тело как гантелька, вверх, вес, тяжесть сверху, тяжесть снизу. Внизу мы с осиной талией, конечно же. Вот. И кидая вверх-вниз, у нас есть вот тут определенным образом организовано тело. Низ пойдет вверх. Видите? И мой таз оторвался от пола. И хоп. Как я могу себя кинуть вниз? Ну, начать от макушки. Да? Скорее всего, наверное. Или оттолкнуться от руки. И, наверное, вот мы колено упираем в область плеча. Грудь остается с этой стороны. Живот свободен, он дышит, ничто не пережимается. Вот это первая вещь, с которой мы работаем. Нам надо кинуть корпус. Вторая. Это будет переваливание через наши ягодицы с одной ягодицы на другую. Оп. Давайте наши руки, они будут так. Например, колено мы толкаем нашу руку, и она такая туда вылетает, подлавливает нас на полу, а эта рука подлавливает это колено. Потом колено толкает руку, выталкивает, или что, или спинность. Вау. О, есть. И теперь мы совместим это, эти два действия. Наше колено делает толчок, корпус летит вниз на наше колено. И, ну, получается, выносимся туда. Хоп! И за счет того, что рука пошла туда, и мы вышли уже на стопу, мы можем развернуть себя на корточки. И отсюда уже, на самом деле, можно сделать все, что угодно. А вот. И обратная съемка. И так что происходит. И хоп, хоп, и ум. Хоп, хоп. И назад рука обошла. Хоп, 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 хоп. И вот, вы заметили, как у нас поменялись ноги. Хоп, 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 хоп. И чуть дальше стоит. И хоп, хоп, хоп. Интересная штука выходит. Вот. И используя этот принцип, когда мы посылаем тело вперед, рука нас идет в сторону, и мы вышли на свои стопы, ничто не мешает нам подняться до положения стоя. Затем, когда если мы хотим уйти вниз, нам надо пойти на одну ногу. Это должна быть свободная.
мы идем на левую ногу, сгибаемся, рука нас страхует. И за счет того, что мы придерживаемся рукой, мы подкручиваемся. Та-да-да-да-дам! Оказываемся снова в замахе. Итак, корпус вниз. Хова! Еу! Хова! Еу! Вы не видите, а я там, когда встаю, я вот рукой себя поднимаю вверх, чтобы остановить вращение, остановить инерцию. Но пусть это останется для вас секретом. Можете сами как-то додумать. Можем сделать и другую сторону. Да? Корпус вниз, рука в сторону. Оп. 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 Да. Оп. Оп. Да. Оп. И фью. И отсюда нам будет протекать куча всяких забавных прокруток и проездов. Итак, вы поняли, чем стоит поработать вот с этим толканием своего колена вперед. И это принцип, на самом деле, который может помочь вам легко встать, легко прийти к полу. Вот, например, мы сидим таким образом, да? Мы хотим встать. Мы не встаем сразу, много нагрузки на колени. А мы кидаем корпус вниз, руки нас подхватывают, освобождается другая нога. Потом мы можем повести таз назад, отталкиваясь от рук, колено нас подтолкнет, и мы выйдем в положение стоя. Вниз. Это выпрямляется. Колено идет назад. Да-да-да-да-да-да. Не спешим поднимать корпус. Он постепенно придет. Да-да-да. Пам-пам. Скручиваемся, поднимаем себя, если хотим, сидим, нам надо встать, идите через стороны. И мы часто так и делаем, просто мы же не совсем осознаем. Да? Через сторону, ла-ла-ла-ла-ла. Поднялись, пошли куда-то. Если нам надо выйти вниз, да-да-да-да-да, хоп, пришли, сели. Хоп, хоп, повернулись, встали. Хоп, сели. Используем вес тела, падение вверх, вниз, освобождаются наши ноги, как-то можно их подстроить, поменять положение и встать. Вот, спасибо за внимание сегодня и до новых встреч. Ваш Руслан Баронов.